работает все. Так, друзья, это я. С вами дядя Сережа. Вот она, банка. Все рады? Так, ну скажите, как вы оцениваете качество? Я купил новую сим-карту. И что? И новый телефон. А? Походу, все-таки 3G в Таиланде хреновый. Средние, квадраты, лучше, чуть хуже. Главное, не лагает, как звук нормальный. Так, лучше, чем было, отдельно, понятно, сойдет. Короче, прекрасно. Значит, нет, не стал заморачиваться с китайцами, купил, короче, iPhone. Правда, не последний и не предпоследний. А что это? Здрасте. Вы куда? Да? Фотография? Ну да. Его мама смотрит себя. Да? Ну да, поснимай, это там перископ. Тоже. Ну ты как бы так, держи и сфоткай. Сфоткай. У тебя получится, да? Конечно. В сорине в ране, а то на нас не подключишь. Мишан, бицух напряги маленько, а то ты... Напряги пашу, сильно много. Здоровее меня. Что там, веселухи бишь какие-то, нет? Друзья узнают меня в Таиланде даже. Да, в Таиланде. Такие дела. Спасибо. Давай, спарим, да, так. Так. Красавчики. О. Так, вот и я. Вот и я. С GoProхи можно выходить в перископ, но это только можно с 5S, 6 и 6S. Так что другие гаджеты пока не родили еще. GoPro, так что я все загуглил и узнал. Такие дела. О, Дарик приглашает всех. Приветствую вас. Короче, да, я вступил опять в ряды яблокоманов и купил себе, знаете что, а? Как вы думаете, какой телефон я себе купил? Из яблок. Давайте, угадайте. Кто-нибудь угадает, тому, не знаю, я пожелаю чего-нибудь в прямом эфире. Хорошего, доброго, позитивного. Так, а еще давайте пишите, короче, этот сам. Подождите. А пишите еще этот. Цвет и гигабайты. Окей? Можете дать? Давайте, кто выиграет? Вы пишите букву S по-английски, потому что есть еще всякие C, да? Это же у айфонов куча. Куча всяких. Так. Пока я не вижу выигравшего. Так, давайте. Напрягитесь, 3GS, 4 гигабайт. Мне кажется, на нем не потянуло бы это. Так, может, я уже пропустил? Так. Вот, уже близко. Так, пока нет, не то. Ну, давайте, что вы тут, по идее, гадать-то? Так. Вот, чувак почти выиграл. Чувак почти выиграл. Я даже забыл, как его звать. Так. Почти Лифаля, почти выиграл. Андрюха, вот, Pumping Crew. Pumping какой-то Crew. Дружище, ты победил, и даже не знаю, как тебе. Это 5S, 5S, 32 гигабайта, золотой. Все верно. Так что такие дела, друзья. Золото, да давай я тебя просто возьму, заблокирую, чтобы ты не это самое.
чтобы ты не доставал. О! Такие, друзья, дела. Стоил, короче, нормально. Мне этот телефон нахрен не нужен. Я его купил только ради, получается, перископа, чтобы развивать свою сеть перископ. И получается, даже, наверное, отчасти это ради подписчиков перископ. Потому что мне того, блин, за глаза хватало. ВКонтакте на сообщения отвечать и этот самый делать. Вот, я купил вот этот сначала. С двумя одинаковыми камерами. Потом оказалось, что он не тянет перископ. Хотя эти камеры, я думал, на этот самый. Он здесь стоит, получается, 32-гиговый, стоит, как его, блин, звать, 16 тысяч бат вроде. 16 тысяч бат – это 30 херов тысяч рублей, 35 примерно. О, короче, такие дела. Не, бат не равен 2 рублям. Увы. $460 я, короче, заплатил. $460 звучит смешно, но когда переводишь их на рубли, то очень печально это все. Такие вот пироги, друзья. Сейчас поеду домой, буду работать, сниму видео, надо выложить на канал. Завтра видос будет. Завтра будет видос. Вернусь где-нибудь в апреле. Надо узнать, когда будет кубок Яшанькина, поеду на него. Yes, 5S Gold 32. Все. Окрашиваю. Да я зубы-то периодически не чищу. А ты думаешь, что я волосы окрашиваю? И зубы отбеливаю. Прыгунов на 2 месяца тут, друзья. Прыгунов на 2 месяца. Да блин, что-то не было там настроек никаких в перископе, для перископа. Такое впечатление, что, блин, то ли недоработана она на этом асусе перископ. Вот, потому что, блин, не знаю, то ли он кидает большие эти самые фотки, из-за этого интернет-трафик-то хреновый, из-за этого получается слайд-шоу. Вот такая вот хрень. Вот такая вот хрень. В данный момент лучше, конечно, в Таиланде. Потому что в Таиланде тепло. Тепло, дешевые овощи, фрукты. Нежели чем в России. Смотреть на серую, мерзкую зиму. Неохота. Но летом лучше всего в России. Буду честен. Дарик, да что ты говоришь такое? И не ругайся матом, ты же прекрасная девушка. Привет, Италия, я буду у вас летом. Дарик решила со всех страниц пригласить своих народ сюда. Путин хуютин. Привет, Фарида. В Италию поеду, наверное, лет. В Италию лет. Да, Шуль, что ты пьянствуешь? Мне кажется, тебе надо завязывать уже бухать. Уже хватит пить. Надо побриться, кстати. Я сгорел, и вот банк. Мне дали банк. Ой, Пачуля тут. Пачуль, привет. Все бенч, Дашу, все бенч. Италия. Не знаю. Не знаю. Может, мотану по всей Италии. Надо только продать почку.
Ну, с такими тратами, конечно, я недели не проживу в Таиланде. Такие дела. Накачался, теперь буду без изъяна девушку искать. Когда накачался, и слащавая внешность, и медийность, тогда можно позволить себе выбор в плане девушки. Но это является также минусом. Потому что ты начинаешь о себе думать очень, очень дохрена. Так что такие дела. Так что девочку хотелось симпатичную и не глупую, и милую, и улыбчивую, и веселую. И все. Ну а это уже такие остальные плюсы. В идеале, конечно, да. И готовящую, и разделяющую такие же интересы в плане секса. И что еще? И фитнесовую. И не знаю даже, что еще. Даже не знаю. Это может ширик меня, да? Смотрел бой. Очень долгий бой. Конец хороший. Миша очень радовался. Брюнет. И брюнет. Блондинки, если честно, редко мне нравятся. Больше мне нравятся брюнеточки вообще. Так, с сиськами. Сиськи на самом деле вообще не обязательно. История. Главное орех. Орех это главное. Что должно быть. Но Даша, блин, не приехала в Таиланд с задницей. Главное чувствовать себя комфортно. И по кайфу, чтобы было все бенч. Дан-д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 ан. На самом деле. Хотя я так говорю, а порой... А порой все как закрутится по-другому. И ты встречаешься с... Полной афроамериканкой, не знаю, там, не занимающейся фитнесом. Это жизнь. Жизнь, она, сука, такая. Интересно, как мои волосы отрастают? Надо уже по бокам заплевать скоро. У акулы зубы в три ряда, у меня в один только. Так что такие дела. Отжигал с предой. Что в твоем понятии отжигал? Ты имеешь в виду секс? Фреда, отпишись в комментарии. Настя во Вьетнаме. Уже, я думаю, начинает кататься на кайте. Людей, да, маловато смотрят. Людей маловато смотрят, но просто сейчас, наверное, не то время. Надо выходить вечером. И да и все. Не магия. Мной песня. Для новичка лучше ничего не брать. Даже ты отводишь от себя эти самые. Девушка, да? Милая, да, милая. Настя милая, да, все верно. Но ты тоже милая, когда на камеру снимаешься. Так что
придумала. Красноярск. Скоро, кстати, будет опрос в плане, каких городов мне нужно посетить и что там делать. Так что совсем скоро ждите. Это будет чуть позже. Чуть позже. Клуб «Стимул» с 30-летием. Поздравляю вас, Омск. Всего вам наилучшего. Растите большие и здоровые. Так. Оп. Аварский пламя. С Дарьей, увы, друзья, у меня нет большого опыта общения вживую. А так, все может быть. Все может быть. Может, мы созданы для друг для друга. Может, мы друг для друга созданы? Как вы считаете? Какая мне нужна девушка? Тайка нужна. Тайка 1.50 м. Я 1.90 м. Буду ее носить как сумку. Маленькую. Сисястая. Хрупкая, милая, спортивная. Это хорошее описание. Я сейчас в Таиланде. Перед входом в Central Festival. Фастфуд? Это там или Мар? Так, ну ладно, чёрт у нас. Как качество-то? Вот прошел у нас минут 20. Мне интересно, сим-карты какую надо брать здесь, в этом Таиланде? Потому что они все как-то работают хреново. Там можно 4 девушек сразу. Мне кажется, это очень жирно. Средняя хрень качества. Но именно на Пхукете, друзья, очень какой-то хреновый интернет. Так что без него. Да DTH, FreeNH, я попробовал уже много всяких операторов, в том числе и DTH. Сейчас купил True. Те же самые бабки, позиционируют себя как number one. Не знаю, мне кажется, одна хель. Spice User. Пробовал пару разочков, мне кажется. Это такая хрень, которую продают. Фиолетовую картошку ты можешь попробовать, может быть, даже в России. В метро, может быть, продается. Это картошка. Телефон Asus оставил. Я его принес, мне за него предложили 5000 вместо 9, которых я купил. Так что будет рабочий. DTEC плюс 3NET. Что за 3NET? 3NET это пакет интернета какой-то? Я брал интернет там за самые большие бабки. Ни хрена нормального качества не выдает.
Отлично, друзья, отлично. Потому что эту 30-ку я потратил ради вас. Ради вас, чтобы выходить в Перископ. Вот банк. Не видно, да? Малек. Все, Бенч, Гоша поехал по каким-то делам, я сейчас поеду тоже домой. 30 минут по тайским пробкам. И че? Хочу, чтобы они немножко подрассосались, вот решил потрындеть. Надо снять еще пару видосов, надо замонтировать, надо встретиться с ребятами, с двумя даже, забрать у них видео и выкинуть завтра ролик. Еще все равно жирный, друзья. Менее жирный, чем был на тайских каникулах, но все равно жирный. Как я покажу тебе пресс? Я стою у входа. Здесь ходят люди. И мне просто, не знаю, кого брал и снимал мой пресс. О, друзья, чуть-чуть попозже, я думаю, будут ролики. Побольше ролики. По два раза в неделю будут на основном и 1-2 раза на втором канале. Так что такие дела. Посылай всех нахуй. Спасибо, Дашуль, спасибо. А, сейчас же выходные. У меня просто каждый день, блин, как выходные. Я в днях теряюсь. Так что, походу, за выходные надо всем написать программу, чтобы они начали все по новой. Да? Факт нормальный, чувак. 13 нового поколения на оборудование детей. Модем, что ли, какой? Совместное видео со Шпаком. Обратно весной, наверное. Надо Оксане брякнуть, спросить, когда будет Кубок Яшанькина. Кто-нибудь будет на Кубке Яшанькина? А вы не знаете, где он еще. В Пхукете были периодически дожди, тут один денек вроде бы, или два. Форум Винского. Не знаю, что за... Что ты там несешь. Кубок будет в Екатеринбурге. В Екатеринбурге? Да? А какого числа? Ты знаешь, что будет кубок в Екатеринбурге? Регби. Я играл в американский футбол раньше. Регби не хочу играть, не хочу сломать нос там. И так он кривой. Уши там свои. Потому что если ты играл в регби, то ты знаешь, как там весело. Едь в маске. Оп, а вот трансляцию посмотришь и узнаешь, какой купил телефон. Оп, что он там делает? Для регби маски? Какие маски для регби? В американском футболе есть маски, а в регби нет.
раздумья, башка. А? Ты хоть включай мозги иногда, а не неси всякую чушь. Регби от американского футбола отличается пасом вперед и количеством защит, где можно играть более жестко. Но еще очень много всяких факторов, которые почитай в интернете, мой юный друг. Короче, поехал я на своем крутейшем байке домой. Всем мир. И чё? И пока. Выйду вечерочком, наверное, еще. А может, не выйду. Посмотрим. Так, толстые пальцы. Как тут толстые пальцы сделать? В этом телефоне дурацком. А вот, установить трансляцию.